Той зимой, когда мы познакомились, он предложил покататься на лыжах. И прошло 22 года. Пойдем. Я так рада. Еще бы. Это весело. Вставляешь ногу, она крепко закрепляется вокруг щиколотки. Сначала передняя часть, затем прижимаешь заднюю. Все, добро пожаловать в ад. Ты почувствуешь, что невозможно ходить или что-нибудь сделать. Я могу справиться лучше, чем ты думаешь, дорогой. Палец прямо. Постучи ногой. Сегодня ты научишься терпению, любимый. Разверни колени, разверни их в ту сторону. Держи равновесие, разверни колени. В эту сторону, а теперь в другую. О, у нее получается. Видишь, не так уж и плохо. Довольно хорошо. Я подумала, что должна доказать ему, что я могу, и что у меня все получается без проблем. Подними пятки. Сейчас. Кошмар. Хорошо, подними, ты едешь в траву. Привет. Как дела? Отлично. Национальный лыжный патруль. Могу я чем-нибудь помочь? Я просто отдыхаю. Не знаю, как останавливаться. Я знаю, как упасть, чтобы остановиться. Если вы хотите остановиться, нужно сделать острие чуть шире. Я работаю над торможением. Веди в ту сторону вниз. Едь за мной. А теперь останавливайся в другую сторону. Едешь в ту сторону, направляешь коленями, поднимаешь пятку в ту сторону, которую тебе нужно. Я отвратительный лыжный инструктор. Нужно оттолкнуться. Боже мой. Вот это да. В эту сторону. Господи! Вот так. Теперь мы повернем в эту сторону. Посмотри на меня. Отпусти меня. Посмотри на меня. Подними колено вот так. А теперь повернись немного в сторону. Отлично. Господи, немного медленнее, у тебя хорошо получается. Подними правое колено. Я не знаю, как остановиться. Подними правое колено. Ты в порядке?